Друзья, всем привет! Пока злопыхатели глубоко вдыхают весенний воздух степей, на Крымском мосту полным ходом идут глобальные изменения. Строители монтируют шумопоглощающие панели высотой от 3 до 6 метров. Эти панели позволят обеспечить благоприятную акустическую обстановку на границах санитарно-защитной зоны Крымского моста. Шумозащитные панели будут установлены на участках сопряжения моста с береговой линией, а также вдоль всего моста, сначала со стороны Азовского моря на автодорожной части, а впоследствии со стороны Черного моря, когда будут запускать железнодорожную часть. Еще одной хорошей новостью является то, что выполнено тестовое включение наружного освещения. Результаты замеров, проведенных службой контроля качества, подтвердили, что освещение трассы полностью соответствует проектным расчетам. На днях строители включили электричество на 20 мачтах освещения, по 10 с обеих сторон дороги. Тестовые замеры показали, что по всему полотну, вне зависимости от удаленности от мачт освещения, достигнут показатель выше расчетного. Согласно проекту, освещенность трассы должна быть не ниже 20 люкс. Высота каждой мачты 9 метров, расстояние между мачтами 36 метров. Это позволяет равномерно осветить дорожное полотно вдоль всего пути. Друзья, еще раз хочу повторить для всех, кто еще не понял. Проезд по Крымскому мосту будет бесплатным. И я надеюсь в будущем не видеть таких глупых вопросов насчет платного проезда. До открытия моста остались считанные недели. Лично я жду этого момента с нетерпением. Будем следить за Крымским мостом вместе. Всем пока, ваш капитан Крым.